Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему, почему отключается дисплей и через некоторое время компьютер переходит в спящий режим. Мы пишем какую-то программу, но эта программа была остановлена, потому что компьютер перешел в спящий режим. Давайте мы рассмотрим это. Заходим. Пуск. Панель управления. Электропитание. Балансированное рекомендуется. Давайте мы откроем здесь настройка плана электропитания. И как видим, отключать дисплей через 10 минут. И переводить компьютер в спящий режим через 30 минут. Меняем здесь настройки. Дисплей мы можем отключать. Там в зависимости, кто сколько хочет. Я пишу через 30 минут, а компьютер в спящий режим никогда. Потому что если мы будем записывать видео через какую-то программу, и это видео будет продолжительностью более часа, то через час компьютер переходит в спящий режим, и программа записи никакой не делает. Поэтому пишем никогда. Все, сохранить изменения. И закрываемся. Все, теперь можно спокойно оставлять компьютер при записи какого-то видео в программе и так далее. Дисплей закроется через 30 минут, а компьютер в спящий режим не будет никогда переходить. Вот и все. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.